Зачем мечтать о чем-то наперед? О жизни строить собственные планы. Моей судьбой распорядитель Бог. Противоречить я ему не стану. Он говорит: доверься мне, поверь. Благословение тебе я приготовил. Молись сильней и твердо-твердо верь, что обещал, все с точностью исполню. Я Бог твой, я не изменился. Я был, я есть, такой же, как вчера. И как бы разум твой не суетился, но у тебя есть планы у меня. Порой они расходятся с твоими. Тогда твердишь ты: Боже, почему? Порой бывают разными такими, но все это ко благу твоему. Твой труд не тщетен предо мною, и слезы до единой сочтены. Иди за мной, я помогу, устрою, заботы все у ног моих сложи. Ведь я есть тот, которому подвластно и даль небес, и твердь земли, но человеку многое не ясно в моих делах, в моей любви. То, что порой не вмещает разум, не в силах сделать человек, или понять, или ответить сразу, все это лишь возможно мне. И там, где ставит точку человек, я ставлю только запятую. С тобой я сегодня и вовек, дитя мое, тебя люблю я. Зобу.